Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Много веков существует традиция праздновать свадьбы в кругу друзей и близких за праздничным столом. И, как правило, на празднике присутствует человек, которого часто в народе называют «тамада» от грузинского «таби» – «голова», «мада» – «стул». Но, как вы уже поняли, сегодня таким человеком являюсь я, с той разницей, что я, артист московской эстрады Владимир Кузнецов, не претендую на звание главы стола. Я сегодня буду весь вечер с вами, я буду сегодня помогать проводить наше торжественное мероприятие. Сегодня в жизни двух молодых людей, Владимира и Евгении, знаменательное событие. У них сегодня свадьба, и мы их поздравляем! Ура! Родителям слава, хвала и почет. Я думаю, будет согласен народ, что тост за родителей надо поднять. Здоровья и счастья им пожелать.